Всем доброго утра! Мы проснулись в 9:20 даже, и сейчас готовим гренки. И сегодня в обед будет каша, курица. Мама еще, наверное, не доделала пряники. Вот наши тут гренки жарятся, Антоха их переворачивает. Так, ну что, вот такая вот стопочка гренок получилась. Сейчас будем делать чай и завтракать. О, как горячо! Дедушке. А тебе где ты? А Антоша? А мама? А дедушка? А дедушка? Проверь всем. Ой, какое сегодня утро красивое. Доброе утро. Глянь, как круто. Калину вчера Степа обрезал. Вот спитник время в добром утре, не говори. Да. Григорий, а что случилось? А что случилось? Да? А что это ты решил траву порвать? Папа разрешил, да, траву порвать? А, зайчик, ну завтрак готов. Ты идешь? Сейчас взорвут, тут чуть-чуть осталось. Тачку с горкой. Угу. Ну давай, сыночек, я тебя жду, хорошо? А что, по-моему, тебе простудишь? Конечно, Антоша ж уже греночки пожарил. А? Антоша ж греночки. Угу. Как ты любишь. Все, как ты любишь, сынок. На обед я сегодня буду готовить мясо с соевым соусом. Беру курицу, разделываю ее на порционные кусочки. И ну, здесь у меня не курица, здесь голени, бедрышки, крылышки и предкрылья. Все поперчило. Сейчас буду делать соус из соевого соуса. Так, еще в мясо я добавила чеснок и лук порезала. И сейчас вот, в общем, начинаем готовить соус. Здесь у меня ложка меда. Мой муж этого не любит, но я немножечко добавила. Открыла уже новую баночку меда. То есть это не майский, потому что он уже засахарился, но очень-очень вкусный. И мне так нравится, когда сверху открываешь, а там вот такие вот лапки плавают. То есть это точно мед, а не сахар. Ой. Вот, в общем... Такие вот, видите, черненькие крохотульчики, они плавают только сверху, это ничего страшного, но зато это точно настоящий мед, потому что настоящий мед от этих лапок 100% процедить вообще не удается. Они все равно туда попадают, какое бы там сито ни было. Соевый соус вместо соли. Бахнем. И немножечко подсолнечного масла. И все вот это вот нужно взбить. Будет. Сейчас мед должен тут раствориться. И сейчас еще подсолнечное масло. Добавлю. Ну, без запаха. Ну, я думаю, что кто любит запахом, тот добавит запахом. Все. И вот это все нужно прям подвзбить. Ну, я для начала растворю здесь мед, а потом буду все вилочкой взбивать. Еще, кстати, очень вкусно добавлять сюда горчицу. Но у нас, к сожалению, ее нету. Так, мед полностью прям не растворится, но зато не одним куском. И сейчас все это вливаем, и я прям руками все это перемешиваю, чтобы и лук так придавливаю, чтобы он пустил сок. В общем, чтобы...
чтобы все поженилось, и ставим в духовку 200 градусов, не знаю на сколько минут, минут, наверное, на 40, ну, будем смотреть, естественно, по мясу. Все, вливаем. И вот кусочки меда, ну, это вообще ничего страшного, сейчас я их руками разомну. Каша ячневая варится 20 минут, вот после закипания 20 минут в подсоленной воде. Приготовила уже кастрюльку, куда буду ее перекладывать с пакетиков. Еще у нас на обед будет тушеная капуста. Здесь капуста, лук, морковка, посолила, поперчила. И сейчас все обжариваю именно до вот такого вот цвета, как будто бы горелого, то есть такого коричневого цвета. Еще немножечко сейчас вот так обжарится и буду заливать томатик. А сейчас я буду мариновать грибы, потому что уже не знаем, куда их одевать. Суп-то сварили. Думала заморозить, но, не знаю, мне не очень нравится. Потом уже размороженные грибочки. Поэтому будем мариновать. Здесь у меня 7 норм, в общем, как рассол на огурцы. По 1,5 литра на 3-литровую банку. И на каждое 1,5 литра, то есть у меня здесь... 14 у меня здесь норм. То есть 21 по пол. Да? 12, или сколько там получается? 10 с половиной, что ли, литров. Ну, короче, не знаю. Короче, у меня здесь 14 норм, по-моему. Ну, короче, вот... Короче, делаем рассол, как на огурцы. У меня это на 1,5 литра 50 миллилитров уксуса, 2 столовые ложки соли, столовая ложка сахара. Перед горошком сейчас еще укроп, ну вот эти зонтики сушеные принесу. И ждем, пока закипит. Так, ну что, пока мы все пообедали. Кум у нас тут и папа, так что мы тут все вместе. И сейчас грибочки заодно уже замариновались. Не помню, я говорила или нет, что, короче, крышка от этой большой кастрюли куда-то потерялась, поэтому я теперь противнем накрываю. И грибы теперь можно будет кушать после остывания. В общем, они здесь покипели. Ой, короче, я их в кипящий рассол, я их заложила грибы и засекла 20 минут. Вот, кипели они где-то минут 7-10, но все нужно смотреть на грибы, потому что если они покрупнее, то их нужно подольше варить. Если... меньше. Вот у меня много-много здесь маленьких, поэтому я их вот, в общем, закинула в кипяток и 20 минут засекла. И сейчас все это также накрываю и жду, когда здесь все вот это вот остынет. То есть завтра уже мы будем их кушать. Все, солнышко уже спряталось, уже опять пасмурно. И тут птичек, как всегда, на наших кустиках очень много. Как они здорово взлетают. И Марсик мяучит. Пошли, Марсик. Посмотрим, где наши мальчики. Давай. Еще поймали? Ты ловил? С кем ты ловил? Куда упала? В речку? У кого? Да? А где Гриша? Ты будешь с Антошкой играть? Да. Только ручки не забудь, ладно? Мама, она уже родила. Кто там родил у тебя? 8 мальчика. Да ты что, и все мальчики? Нет, не все, и девочки. 2 мальчика, которые 2 девочки. Ага, здорово. Да, да. Нет. 3 девочки и 2 мальчика. Это мама там купается. Вот он, мальчик. Сама посмотри. Маленький. Угу. Вот. Я на него нажал. Вот он, да? Ой, еще на руках. У них два. Одна маленькая, один маленький. И как будет называться сегодняшний влог, Сержень?
Лох — это судьба. Лоханули. Лох — это судьба, называться он будет. А потому что мы так ждали культурную навигацию, думали, что здесь будет меня показывать, будут мои 3 минуты славы, но нет, тут станицу Пластуновскую показывают. Так что смотрим Пластуновскую. А я тут уже мужу рассказала, что он может пожарить картошечку, да так вкусно. Но я на картошке начистила, но он теперь жарить не хочет. Нет, извини, я свое обещание держу. Где ты? Я не понял. Он молю. Я уже завтра хотел на работу вот так вот выходить. Вот так вот. Ой, ты мою бошку. Убей его, убей. Пошли, я постелюсь ему. Несмотря на то, что я не телезвезда, папуля будет со мной ужинать. Он все-таки пожарил картошку. Ну я подальше теперь могу, а то я уже думал под столом где-то там обедать, вроде как-то вот за одним столом, либо попозже доедать. Твои остатки после того, запихивать под подушку шкурки, которые ты не даешь. А так. Слава Богу. Слава Богу. Да? Еще и все время пожить нормально. Да. Привет. Ох, это музыка, она же вообще не выключается, что ли, я не знаю. А как она так настроена, Ради? Она, скорее всего, кнопка запала, да и все. Вот так я держу, она еще выключена. Дождик лупит? А, она в воде была? Да, и она там как-то... Да, Юня! Давай песенку пой, тетя Веря. И улыбку. Тихо. Давай, Зой. На тетю Веру смотри и пой. И улыбку свою. Ты кому даришь, Зоя? Ты будешь губы красить? Ты губы будешь красить? Тогда песню пей. Давай, пой. Зоечка, давай. Я иду и пою, а пошел галёжа. И юлечка царю, я говорю похоже. Точно. Теперь открывай рот и крась губы. На. Ну что, мы уже заканчиваем наш влог. Идем мыться. Я сейчас буду монтировать видео. И будем уже отдыхать, потому что завтра понедельник. Тяжелая рабочая неделя. Гриша начинает тренировать ката на тренировке. После каждой тренировки дети остаются. И, в общем, минут на 15-20 каждый делает по 2-3 раза ката. Тренер смотрит. Исправления, там, замечания. Вот. И до соревнований еще 2 недели. Что еще? Заказала себе наконец-то селфи-палку. Теперь жду ее с Китая. Она там должна быть какая-то прикольная. Сразу со штативом. Надеюсь, все дойдет хорошо, ничего не сломается. И с кнопкой. Фото и видео. Ну, посмотрим, насколько это все будет правда рабочее. Что-то не очень дорого, но посмотрим. Так что очень жду. Сегодня мне не показали. Я вообще лох какой-то. Я не знаю, вчера не показывали. Родители вчера тоже смотрели. Поэтому не знаю уж, как там и что должно быть. Как и что вообще, когда выйдет Старомышацкая. На Старомышацкой еще не было. Так что мы ждем. Вот так вот. В общем, ладно. Все, всем до завтра. Завтра будем разливать грибочки по баночкам. Завтра мы опять вяжем. Зелень, что еще делаем? В общем, все как всегда. План дел написала, кстати. Сегодня пыль не вытерла, яблоки не порезала. Все это переношу себе на завтра.